Одно ДТП произошло на улице Советской. Там столкнулись сразу три автомобиля. Водитель ВАЗ 9 модели не рассчитал скорость и дистанцию до впереди идущей четверки. В результате столкновения девятку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Тойотой RAV4. Еще два автомобиля пострадали на перекрестке в районе Набережной. Volkswagen Tiguan двигался по улице Пушкина, но на перекрестке с улицы Набережной не уступил дорогу Renault Logan. За рулем Volkswagen сидела девушка. Общаться на камеру и тем более объяснять причины произошедшего она не пожелала. Девушка, можно вас на минуту? 18 часов напротив 31-го дома по улице Архангельской под колесами автомобиля Opel Astra оказался ребенок. 12-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, хотя рядом был пешеходный переход. В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил перелом ноги, сотрясение головного мозга и с травмами был госпитализирован в Коряжемскую городскую больницу. Значит, в связи с этим еще раз позволю себе обратиться к учащимся школ, к их родителям. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны. Значит, в зоне видимости указанного молодого человека находился регулируемый пешеходный переход, поэтому берегите свою жизнь, здоровье, значит, соблюдайте правила дорожного движения. Основной причиной всех трех ДТП стала невнимательность участников дорожного движения. При этом дорожные условия были весьма неблагоприятные, и на дорогах было скользко.